Конкурс «Дети читают стихи». Рубцов Евгений, 10 лет. Город Саров. Сергей Михалков. Под Новый год. Говорят, под Новый год, что не пожелается. Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старания. Не лениться, не левать и иметь терпение. И учение не считать за свое мучение. Говорят под Новый год, что не пожелается. Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромные желания? На отлично выполнять школьные задания. Чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойка дневники не смогла пробраться.